ссылки в большинстве случаев на закон, на федеральный закон о запрете гей-пропаганды, это абсолютная чушь, потому что мы не собирались пропагандировать сексуальные отношения. Все перевернуто с ног на голову. Пытаются выставить специально, что это какой-то парад голых мужиков, которые хотят пройти там по улицам. Мы пытаемся привлечь внимание к нашим проблемам, к правам конкретным, которые нарушаются. Мы хотим привлечь внимание к необходимости внесения изменений в законодательство, в частности, в антидискриминационное законодательство, понятие сексуальной ориентации, гендерной идентичности, чтобы людей не могли увольнять по этому основанию, и чтобы эти, опять же, понятия являлись отягчающими обстоятельствами при совершении уголовных преступлений, как мотив ненависти.